просвещение, правовая помощь и повышение эффективности управления многоквартирными домами. Для председателя МКД ТСЖ ЖСК и активных граждан Октябрьского района Самары провели обучающий семинар «Мой дом». Этот проект был создан в 2021 году по инициативе губернатора Дмитрия Азарова. Его активно поддерживает и развивает администрация города и глава Самары Елена Лапушкина. Ключевой задачей проекта является повышение юридической грамотности собственников и помощь в управлении домами. В семинарах участвуют представители ГЖИ, администрации, ЖКХ и управляющих компаний. Они отвечают на вопросы председателей. У всех органов власти есть свои полномочия, свои инструменты и ресурсы для того, чтобы оказывать помощь подобных ситуациях, поэтому рассказываем о том, чем мы можем быть им полезны, чем может быть полезна государственная жилищная инспекция и так далее. Ирина Колотко стала председателем совета своего дома совсем недавно, поэтому не пропускает ни одной подобной встречи. Меня очень интересует благоустройство вообще не только двора, а вообще территории, где мы ходим, где мы живем, потому что мы же не только вокруг дома ходим, мы ходим везде. И вот чтобы было приятно ходить и нам, и жильцам, вообще всем. Вот меня этот вопрос очень интересует. На этот раз на семинаре жителям Октябрьского района рассказали о содержании придомовых территорий, безопасной эксплуатации внутридомового и внутриквартирного газового оборудования. На вопросы отвечали и представители ГЖИ. Такие встречи позволяют горожанам узнавать об изменении законодательства в отрасли жилищно-коммунального хозяйства и новых инструментах решения возникающих вопросов. Например, многие проблемы жителям многоквартирных домов помогает решать электронная платформа ГИС-ЖКХ. Без ЖКХ помогла наладить уборку в подъездах. Да, управляющая компания у нас немножко забывала об этом, а через ГИС ЖКХ мы обратились и нам помогли. ГИС ЖКХ, оно ускоряет на самом деле процесс решения тех или иных проблем, поскольку сроки там для решения достаточно сжатые, и все мы стремимся эти сроки исполнять и соответствовать. В рамках проекта «Мой дом» количество собраний жителей многоквартирных домов, проводимых в онлайн-формате, значительно выросло. Проект «Мой дом» направлен в том числе на повышение прозрачности процедур управления многоквартирными домами, чтобы у жителей не было сомнения в правильности принимаемых решений, коллегиальности их. В этом очень помогают собрания в онлайн-формате, собрания собственников, жильцов. В Октябрьском районе подобные встречи проводятся раз в неделю. Как правило, на них приходят от 30 до 50 человек. Кроме того, в Самаре продолжает работу бесплатный многоканальный телефон «Горячая линия» регионального центра поддержки председателя МКД. Его номер 8 800 55 55 263. По нему все желающие могут получить консультацию, а также записаться на обучающий семинар. Светлана Тимофеева, Игорь Казановский. События.